Эй, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам релиз Minecraft Pocket Edition 0.15.0. Вот вчера неожиданно ночью вышел релиз новой версии, и если мы берем кнопку опции, мы увидим наши текстурпаки, которые ждали многие друзья, и вы также сможете устанавливать через папку Майнкрафта, а также покупать два стандартных текстурпака. Ну, вы можете купить, или, как вы знаете, их, конечно, можно взломать через программу, к примеру, Like a Patcher. Сейчас вам покажу, вот покупаем, и у нас все куплено. Или через программу Freedom. Также в Майнкрафте добавили на главном столе отдельную строчку «Магазин», в котором вы можете приобрести два текстурпака или несколько скинов, которые вы также можете взломать, или, если вы слишком честные, вы можете купить. Ну, в данный момент я их, конечно, буду взламывать, но они мне не нужны, поэтому давайте отправимся в наше игровое меню, и здесь нам давали полноценный Realms, а также кнопка «Друзья», и за Realms в месяц вы будете платить по 500 рублей. Вот такая большая сумма, но все же вы сможете создать настоящий свой игровой сервер. Ну, да, это текстура Маджонга, и они почему-то маленько лагают. Я не знаю, из-за чего такое приседание FPS, может, мне кажется, но они очень классные и очень-очень пиксельные. Но я знаю, что Маджонг очень хорошо старается, поэтому текстуры, по идее, довольно классные. Ну, вы поняли, как их взламывать. Надеюсь, вам это понравилось, информация довольно полезная. Но, к сожалению, новых блоков, новых мобов здесь пока что нет и не будет. Будем ждать новую версию Майнкрафта 0.16.0, которая примерно выйдет где-то в сентябре или ноябре. Ну, а на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.